серьезный такой, на негативе какой-то непонятный. Говорит, что-то ты начал в негативном ключе, типа, отзываться. Какие-то угрозы начались, я там знаю много секретов. Если хочешь, чтобы твои отношения испортились, я тебе их испорчу. Пускай скажет, если он такой хороший друг, который не дает секреты. Ну, в том-то и дело, что секретов нет. Не, ну подожди, ну по-любому вы между пацанами всегда разговариваете на какие-то любые темы, ну, нормально. Это не касательно актуальных ситуаций на проекте. Ну хорошо, что он может говорить про твое прошлое что-то? Ну, какие секреты? Никаких нету секретов. То есть что-то ему рассказывал по секрету, даже то, что ему рассказывал, оно всплывало здесь. Даже про бывшую, когда я говорил, что там у меня чувства к ней, или там отношение какое-то хорошее, это было перефразировано, это преподнесено так, что все подумали, что я люблю бывшую какую-то. Ну, ты не, ну, знаешь, сейчас никак, хомячок, нужно спрятаться в бурлогу и просто молчать. Нужно дать отбой, если он так пообщается с тобой. Хотя ты ничего плохого не говорил, он хлещет по тебе. Да, он сказал, Вань, хорошо, давай начинай. Я, типа, при своем мнении останусь. Мне кажется, тебе просто стало скучно. Да, ему, конечно, стало скучно. Ему стало скучно, а Захаровой, и он сейчас просто пытается вывести кого-то на эмоции. Второе, эти. По факту, вы даже никакие подвижения не были. Просто да, хорошие приятели. Мы и... просто не едем в спортзал, и ну, у нас есть общие темы, на которые мы общаемся. Но ты не считаешь, нужно с ним поговорить? Ну, вот он, я сейчас еду.